Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я особо ощущаю поддержку высших сил. Вот говорим один раз, и вы посмотрите, что сегодня вы обязательно будете чувствовать поддержку свыше. Ну а теперь уникальное послание на 18 октября. Внутренняя сила. Наша сила воли. Что это такое и почему она так важна? Сила воли – это внутренний движок человека, позволяющий добиваться поставленных целей. Шаг за шагом она ведет вас нужной дорогой к заветной мечте. Осознание, что только вы сами несете ответственность за свою реальность, активирует вашу силу воли. В любом случае, при желании добиться успеха, вы можете натренировать свою внутреннюю силу, сделать себя выносливее, продуктивнее. Сродни развитию дисциплины, сила воли поддается каждодневной тренировке, и как следствие вы проводите каждый день своей жизни с пользой. Если вы действительно хотите осуществить свою мечту, то без силы воли вам вряд ли это удастся. Ведь, как правило, большой путь начинается с первого шага, за которым следует второй, а далее третий. Цепочка маленьких, но стабильных шагов, направленных на цель, всегда ведет к успеху. Тренируйте себя каждый день, чтобы стать сильнее и уметь управлять своей жизнью. Развитая сила помогает преодолевать трудности и плохое настроение. Будьте настойчивы в том, к чему вы стремитесь, и тогда очень скоро вы выйдете на дорогу ваших личных побед. И в течение всего дня обязательно проговариваем такие слова. Сегодня я сделаю все возможное, чтобы мои планы осуществились. Вот говорим 7 раз, и вы посмотрите, что, сделав один шаг, вы добьетесь цели.